Это email-клиент, позволяющий работать с любыми почтовыми ящиками, не только с теми, которые заведены на Mail.ru. И мы существуем в Store с 2012 года, хотя история разработки приложения немного дольше и уходит корнями в приложение агент Mail.ru. Практически все это время мы находимся в районе 30-й позиции в рейтинге самых популярных бесплатных приложений в русском сторе и в районе 1-2 позиции в разделе «Производительность». Сегодня речь тоже пройдет про производительность, но не совсем про ту. Для международной аудитории мы делаем то же самое приложение, немножко с другим дизайном, под названием MyMail. И наши пользователи иногда это замечают. Я сегодня буду говорить о нашем опыте работы по ускорению времени запуска приложения и чему он нас научил. Наши пользователи вообще, в принципе, постоянно нам указывают на какие-то проблемы с приложениями и говорят о том, что для них действительно важно. Вот некоторые примеры отзывов в App Store. К тому же данные аналитики, которые мы собираем, также подтверждали наличие проблемы с временем запуска. Вот здесь мы видим, что для большинства пользователей время запуска было порядка 4 секунд, даже немножко больше. Поэтому в последнее время мы решили больше внимания уделить именно качеству продукта, а не новой функциональности. Мы начали увеличивать покрытие тестами, начали работать над уменьшением размера приложения, над оптимизацией скорости запуска, над оптимизацией использования сетевых ресурсов. Кстати, если вам интересна тема про сетевые ресурсы, мой коллега Даниил Румянцев на недавней встрече CocoHead сделал доклад про это. К сожалению, видео пока не выложены, но если что, можете подойти ко мне, я помогу найти эту информацию. Сперва давайте посмотрим, как же мы пришли к актуальности этой проблемы. Как так получилось, что проблема со скоростью запуска стала нас волновать? Возможно, вы перечисленные факторы сможете сопоставить со своим приложением и понять, а вообще стоит ли этим заниматься. Ну, самое первое — это то, что у нашего приложения такой сценарий использования, что пользователи запускают его по много раз в течение дня. И, естественно, при этом, если приложение запускается медленно, это всех раздражает. Вторая причина, очевидный ответ на очень многие вопросы в разработке, так исторически сложилось. Проблему с производительностью я бы отнес к проблемам, которые называют техническим долгом. Эти проблемы накапливаются постепенно, по мере добавления новой функциональности, незаметно для всех, а бывает и так, что даже умышленно, чтобы ускорить время разработки. Думаю, всем знакомы такие ситуации. По этой причине вряд ли имеет смысл заниматься оптимизации скорости запуска, если у вас ваше приложение запускает не так часто. Ну и еще одна причина — отсутствие постоянного контроля за производительностью. Процесс накопления технического долга, как мы все знаем, он естественен, и в приложение постоянно добавляется новый код, способный повлиять на скорость запуска. Часть этого кода действительно необходимо выполнять в процессе старта. Это такие вещи, как настройка библиотеки логирования, запуск библиотеки для отлова крашей и так далее. А часть получается
что добавляется в процесс запуска случайно, то есть по недосмотру. Например, мы в нашем приложении на старте так исторически сложилось, что мы настраиваем внешний вид для всех экранов приложения, даже если они непосредственно в самом начале не показываются. Ну и все это осложняется тем, что каждый раз время старта увеличивается на очень незначительную величину. И это ухудшение невозможно заметить при ручном тестировании. И даже если мы будем использовать специальные инструменты типа профайлера, мы не сможем, ну, можем не заметить это ухудшение, потому что погрешность при изменении в профайлере будет больше, чем сделанное ухудшение. Вот такой график скорости запуска мы построили за последние несколько месяцев. Он именно как раз показывает эту проблему, как постепенно, по чуть-чуть скорость запуска все увеличивается, увеличивается с каждым новым коммитом. Этот график — это был одним из результатов проделанной нами работы по улучшению скорости запуска. И дальше я расскажу, как и вы тоже можете построить такой график для своего приложения. Но сначала поговорим о том, как построить сам процесс работы над улучшением скорости запуска. Всем известно, что главное правило оптимизации — преждевременная оптимизация — корень всех зол. Поэтому прежде чем начать, нужно определиться с главными вопросами, что именно мы оптимизируем, как пользователи почувствуют эффект от нашей оптимизации, как вы поймете, привело изменение к поставленной цели или нет, и вообще неплохо бы сперва убедиться, а в принципе возможна ли оптимизация и какое максимальное значение, на которое мы можем улучшить скорость запуска. Потому что скорость может зависеть не только от вашего кода, но и от каких-то внешних факторов, на которые вы не можете повлиять. Ну, начнем отвечать на эти вопросы. Что мы оптимизировали? Мы выбрали для оптимизации основной сценарий запуска, наиболее частый. Это когда приложение выгружено из памяти, пользователь до этого уже залогинил свою учетную запись и при запуске попадает в список писем в папке «Входящие». Вот примерно так это выглядит. Далее. Эффект, который должны почувствовать пользователи. В результате всех оптимизаций у пользователя должно пропасть ощущение тормозов на старте. Чтобы этого добиться, мы заходим с двух сторон. Мы, конечно, пытаемся уменьшить само время, но кроме этого мы и пытаемся улучшить субъективное восприятие времени старта. Здесь я буду говорить только о технической части, как мы улучшали время. Но в моей статье, на которую ссылку я дам позже, вы можете и найти несколько приемов улучшения субъективного восприятия. Далее, как измерять, что оптимизация дала эффект? Ну, в процессе работы над оптимизации, в процессе, когда мы пытались найти места, которые можно оптимизировать, мы, конечно же, использовали Time Profiler. А для оценки общего эффекта от сделанного изменения мы использовали логи, встроенные в приложение. Почему мы не использовали Time Profiler? Потому что ну, если вы в приложении какую-то маленькую часть вырезали, там заоптимизировали, убрали какой-то код, далеко не факт, что это повлияет на общее время старта. Ну и, естественно, чтобы измерения были максимально полезными, мы все измерения производим на самом медленном устройстве, которое у нас есть, и ни в коем случае не на симуляторе. И
ответ на последний вопрос, а какой, в принципе, предел оптимизации возможен, мы получили следующим образом. Мы создали простое тестовое приложение с минимальной функциональностью, которое, ну, буквально шаблон Single View Application в Xcode, да, и добавили туда экран с заголовком и список писем и несколько ячеек, которые имитируют список писем. И на этом приложении мы измерили время, которое, ну, ниже которого мы, в принципе, не сможем оптимизировать. И мы поняли, что, в принципе, порядка 2 секунд теоретические возможности для оптимизации у нас есть. А далее перейдем к оптимизации непосредственно. Начнем с первого этапа запуска. Первый этап — это время, которое проходит от нажатия на иконку приложения до передачи управления нашему собственному коду. На самом деле на этом этапе очень много всего происходит, и он вполне может занять ощутимое время. Плохая новость заключается в том, что по первому этапу вы никаких, почти никаких данных в профайлере увидеть не сможете. Но хорошая новость в том, что все-таки есть некоторые возможности повлиять на это время. На WWDC в этом году был отличный доклад про первый этап, на котором очень подробно рассматривалось, что именно здесь происходит, и давались рекомендации, что мы можем сделать с этим. Что здесь происходит? iOS загружает исполняемый код приложения в память, производит над ними необходимые манипуляции, сдвиг указателей, которые есть в нашем приложении, выполняет привязку указателей к внешним библиотекам, выполняет проверку подписей всех исполняемых файлов, и затем выполняются методы load и статические конструкторы. Это самый первый код, который именно уже наш код, а не код операционной системы. Вот для примера я привел диаграмму, как это выглядит в нашем приложении, какая разбивка по различным этапам. Ну, для своего приложения вы те же самые данные можете получить с помощью переменной окружения DYLD print statistics в Xcode. Соответственно, чтобы ускорить первый этап, основная рекомендация — уменьшить эти этапы. Как же это сделать? Это прямо я вырезал слайд из доклада на WWDC, который вкратце суммирует все рекомендации. Чтобы приложение работало быстрее, вам просто нужно делать меньше вещей в приложении. Какие еще рекомендации? Сокращаем количество динамических фреймворков, которые у вас в приложении есть. Почему? Потому что они загружаются намного медленнее системных фреймворков. Загрузка системных динамических фреймворков уже заранее оптимизирована в операционной системе. И в качестве оптимального количества собственных динамических фреймворков приводится число 5. Ну, в нашем приложении у нас всего один динамический фреймворк, и главным образом мы его добавили для того, чтобы шарить код между различными экстеншенами, и чтобы сократить размер приложения, чтобы этот код не дублировался. Но, в принципе, если мы думали только о скорости запуска, мы могли бы, в принципе, отказаться от динамических фреймворков. Кстати, если вы используете Swift, то он добавляет сразу несколько собственных динамических фреймворков, которые тоже считаются в этот лимит. То есть получается, что использование Swift добавляет определенный оверхед на старте. На этапы, которые здесь отмечены, как rebase fixups, binding fixups, влияет количество символов Objective-C в вашем приложении. Поэтому здесь основная рекомендация, которая давалась в докладе, это писать большие классы и писать большие методы.
Или переходить на Swift, где ну, все адреса сдаются статически, и не нужно делать эти этапы, или, по крайней мере, они сокращаются. Естественно, для уже существующего большого приложения это не очень полезная рекомендация, потому что придется делать большой рефакторинг, перетестировать заново кучу кода, да и вообще читаемость кода, естественно, снижается при этом. Поэтому даже для новых приложений я бы не рекомендовал такой способ оптимизации. Второй этап, когда мы уже получили управление от операционной системы. Здесь у нас уже больше простор для действий, потому что мы можем свой код как-нибудь поменять. И, естественно, для исследований здесь мы начали использовать Time Profiler. Кстати, хотел узнать, как много здесь iOS-разработчиков. Можете поднять руку? О, отлично. Видимо, тут как раз собрались все iOS-разработчики, которые на этой конференции есть. Поэтому так мало людей. Так. Ну и не буду объяснять, что такое Time Profiler. Time Profiler, конечно, очень крутой и мощный инструмент, он нам очень сильно помог, но вот здесь я перечислю несколько как бы проблем или недостатков, которые он для нас решить не смог. Первое, мы не нашли в приложении каких-то явных узких мест, которое можно было бы просто выпилить, и сразу бы все улучшилось. Это известная проблема в разработке под названием равномерно медленный код. И, в принципе, она является следствием правильного подхода к разработке, когда мы сначала пытаемся сделать работающий и хорошо читаемый код, а потом уже думать об оптимизации. И еще одной причиной такой проблемы могут быть сами особенности используемой платформы. Например, вот здесь мы видим, что накладные расходы на вызов методов Objective-C уже занимают достаточно ощутимое время. Вторая проблема Time Profiler. В некоторых случаях мы в Time Profiler можем увидеть вот такие вот тяжелые части дерево вызовов, но проблема в том, что по ним не всегда можно понять, к какой именно вьюшке относится определенный вызов, к какой именно части приложения. И такое наблюдается в основном при, ну, когда мы анализируем layout или загрузку вьюшек из ксибов. В ксибах тоже может быть довольно сложная иерархия, и не всегда понятно, какая вьюшка там медленно загружается. Следующая проблема — провалы на графике использования CPU. В идеале, конечно же, чтобы все очень быстро работало, главный тред должен быть постоянно загружен на 100%, там постоянно должно что-то выполняться. Но на графике мы всегда видим провалы. Они могут быть небольшие или более крупные. И Time Profiler нам практически ничего не говорит о том, из-за чего они возникают, что к ним приводит. Но основных причин здесь может быть две. Во-первых, сама последовательность запуска может быть выстроена таким образом, что происходит ожидание завершения какого-то действия, которое задерживает остальные этапы запуска, но в принципе оно не для всего нужно. Ну, например, мы пытаемся открыть базу данных и только после этого продолжить остальные действия, да, при том, что какие-то из этих действий могут не зависеть от базы данных. Но еще одна проблема, которая к этому может приводить, то есть к провалам, это синхронные операции ввода-вывода. Как очевидные, когда мы работаем с файлами или когда
сторонние библиотеки работают с файлами, так и менее очевидные, так некоторые вызовы системные в SDK общаются с системными процессами по XPC, и в эти моменты тоже могут возникать такие провалы. Ну, примеры таких вызовов — это работа с кейчейном, работа с Touch ID, проверка запрос, проверка пермишенов на доступ к фото или к геолокации. Еще одна проблема тайм-профайлера, про которую я уже упомянул ранее, это то, что в нем сложно понять общий эффект от оптимизации из-за того, что разброс измерений может быть довольно большим. Вот это вот я делал измерение на одном и том же приложении без каких-либо изменений, и мы видим, что от запуска к запуску время варьируется очень сильно. На что еще можно обратить внимание при поиске мест для оптимизации? Профайлер нам дает очень много полезной информации, но психология наша устроена так, что очень легко попасть на ложный след. Во время анализа мы склонны скорее больше внимания уделять тем местам, которые... Ну, не тем местам, которые действительно занимают много времени и могут дать большой выигрыш, а тем, которые нам очень легко заметны и понятны, и которыми нам, в принципе, интересно заниматься. Например, я в процессе поиска мест для оптимизации нашел такое место, где обращение к Pasteboard на этапе запуска занимали, ну, аж целых 20 миллисекунд. Я начинаю думать, а как мне избавиться от этого всего? Может быть, заменить Pasteboard на что-то другое там? Но по-хорошему нужно посмотреть на проблему на уровень выше и понять, для чего мы, в принципе, это делаем. Но в нашем случае это делалось в процессе отправки статистики о запуске приложения, и в принципе мы можем эту отправку статистики просто перенести на немного более поздний этап. И функционально от этого мало что поменяется. Ну, естественно, мы в первую очередь хотим сократить объем работы на главном трейде, и на него в первую очередь обращаем внимание. Но о фоновых трейдах тоже не стоит забывать, потому что возможности распараллеливания аппаратные не безграничны. И, в частности, мы столкнулись с такой ситуацией, когда одна из библиотек, которые мы используем и инициализируем на старте, сразу же уходила в фоновый трейд и там какую-то работу выполняла. И мы поначалу даже не смотрели, что она там делает, но потом решили просто ее отключить и посмотреть, что будет. И это дало довольно значительный эффект. Еще. В тайм-профайлере в глаза бросается в первую очередь то, что большая часть времени расходуется на отрисовку UI и layout. Но из трейсов не всегда понятно, на что именно в UI это время расходуется, потому что там присутствуют какие-то странные системные вызовы непонятные, там CA, рендер, что-нибудь. И эти вызовы, в принципе, могут относиться к чему угодно, к любой отрисовке на экран. Но практика показывает, что самое прожорливое в UI — это отрисовка лейблов из-за того, что их относительно сложно рассчитывать их размер и отрисовывать, и любые картинки, потому что их нужно читать с диска и декодировать. Поэтому из всего вышесказанного следует вывод, что если вы хотите сократить время запуска, делайте все операции максимально лениво. Что это значит? Не создавайте и не настраивайте никакие экраны и вьюшки, если они не будут показаны сразу же после старта.
Вообще, пожалуй, это самый действенный способ ускорить существующее большое приложение, где нет явных ботлнеков. Ну, например, что мы сделали ленивым в своем приложении. Мы сделали ленивой загрузку картинок в процессе настройки внешнего вида для второстепенных экранов. Мы убрали промежуточный экран запуска. Мы убрали создание фоновых экранов, которые находятся в боковом меню, и много другого по мелочи. В принципе, это правило относится не только к UI, но и к любой логике, к любому коду. Если какой-то менеджер или действие нужно инициализировать на старте приложения, подумайте, а нельзя ли его отложить на момент появления основного пользовательского интерфейса. Возможно, с точки зрения функциональности не будет никакой разницы. Ну и пару слов о такой спорной теме, как создание UI в интерфейс-билдере или в коде. Как ни странно, ксибы обычно не являются проблемой. Создание аналогичного UI в коде выполняется совсем незначительно быстрее, а бывают случаи, когда даже медленнее. Вот здесь приведена ссылка на довольно старую запись в блоге, где это сравнение проводилось. Вы можете при желании скачать там тестовый проект. Правда, потребуется приложить определенные усилия, чтобы его перетащить на последнюю версию Xcode, потому что это писалось в 2010 году. И вы можете сами посмотреть, а что выполняется медленнее, что быстрее. Вот вывод. В принципе, чтение и запись на флеш-память на современных устройствах происходит очень быстро. Это единицы или десятки миллисекунд, поэтому не всегда стоит над этим заморачиваться. Но бывает так, что ваш или сторонний код злоупотребляет этим и открывает слишком много файлов на запуске. Например, мы обнаружили такую проблему с фреймворком аналитики Flurry и с нашим собственным кодом, где мы загружаем картинки для настройки внешнего вида приложения. Time Profiler вам не покажет такие места. В Time Profiler вы в лучшем случае увидите небольшие провалы на графике CPU, но вместо этого вы можете использовать другой инструмент, IO Activity, который выводит список всех операций ввода-вывода и имена соответствующих файлов. По именам потом довольно легко установить, какая часть приложения этот файл читает. Ну, аналогичную информацию можно получить и не только инструментом IO Activity, но и простым брейкпоинтом на функции open. Случай с системными фреймворками и XPC, о котором я говорил раньше, можно отследить, обращая внимание на провалы на графике CPU и смотря на... Ну, в профайлере открываете вид call samples, где список всех стек-трейсов, и смотрите, какие вызовы предшествовали провалу. И так вы можете понять, какой вызов приводит к этой задержке. Когда Time Profiler не дает достаточное количество информации, раньше я приводил пример с лейаутом, и в таких случаях вы более подробную информацию можете получить с помощью свизлинга методов layoutSubuse во всех классах. Ну, что такое свизлинг, пояснять не буду, наверное. И Objective-C нам это довольно легко позволяет делать. В засвизленные методы layoutSubuse мы просто вставляем логирование, сколько времени занял этот вызов, и выводим в консоль еще указатель на объект, над которым этот layout производился. После этого мы все это копируем, вставляем в табличку в Google Sheets и можем анализировать. Если после такого
лога, мы не завершаем приложение, а выходим в отладчик, ставим на паузу, мы можем по указателям примерно понять, какие вьюшки дольше всех лейаутились. Способы поиска оптимизации, которые я выше описал, имеют большой недостаток. Они не позволяют уверенно ответить на вопрос, а привело ли небольшое изменение к улучшению в целом. Потому что последовательность запуска в большом приложении может быть довольно сложной. Это переплетение разных callback'ов на разных потоках и так далее. И то, что вы в одном месте где-то что-то убрали, это может либо перенестись на более поздний этап загрузки, либо вообще не даст никакого улучшения, потому что этот момент заменится просто ожиданием выполнения каких-то действий. Ну и особенно ярко эта проблема проявляется, когда исправление, улучшение дает довольно небольшой выигрыш. Поэтому мы приходим к необходимости автоматизировать запуск, измерение времени старта и выполнять большое количество замеров, чтобы по какому-то медианному времени более точно сказать, ну, нивелировать ошибку измерений. Конечно же, использовать тайм-профайлер для этого не вариант, так как его сложно автоматизировать. Да и такой большой объем информации, который он выдает, в принципе, не нужен для этой задачи. Поэтому в само приложение мы добавили отладочные логи, которые выводят в консоль и в отдельный файлик время различных этапов запуска. Вот примерно так эти логи выглядят. Мы здесь выбрали некоторые ключевые точки критического пути запуска приложения. И в этих точках мы выводим абсолютное время от начала запуска и время с предыдущего этапа. Мы использовали такие логи не только впоследствии для автоматизации замеров, но и в ходе поиска мест для оптимизации в дополнение к тайм-профайлеру, потому что иногда бывает полезно просто получить представление о том, какое время занимают более крупные этапы выполнения приложения. Так мы можем понять, какому этапу нужно уделить больше времени в тайм-профайлере. И по таким логам можно даже строить вот такие вот красивые диаграммки в Google Sheets, которые наглядно все показывают. Например, вот эта диаграмма показывает, как перераспределилось время различных этапов после одного сделанного изменения. То есть без таких измерений вы могли бы подумать, что вы сделали какое-то улучшение. А на самом деле оказалось, что время просто перераспределилось. Ну или вот такие вот диаграммы, которые показывают последовательность различных этапов приложения. И по ним можно подумать, а какие места мы можем распараллелить, где у нас ненужные зависимости между этапами запуска и так далее. Поговорим об оптимизации. В сообществе разработчиков очень много говорится о Continuous Integration, TDD и других полезных практиках непрерывного контроля за качеством приложения, но почему-то очень мало информации о том, как контролировать именно производительность. Вот мы попытались восполнить этот пробел, и одним из главных достижений проделанной работы мы считаем систему, которая позволяет нам непрерывно контролировать время запуска в ходе разработки. Имея такую систему, мы решаем основную проблему, которая и привела к необходимости заниматься этим,
Вот с помощью такого графика мы теперь можем четко видеть, насколько то или иное изменение повлияло на скорость запуска, и можем принять необходимые меры в виде этих сигналов. Теперь время фидбэка сократилось очень сильно. Если раньше мы получали обратную связь от пользователей, что что-то медленно работает, то сейчас мы это очень наглядно видим. Ну и, естественно, вот использование такой системы, так же, как и многие другие полезные практики в разработке, польза такого подхода начинает быть видна только по мере эволюции приложения. В самом начале вам может быть непонятно, зачем это нужно. Расскажу, как это технически реализовано вкратце. На каждый коммит запускается задача на Jenkins. Она собирает приложение в релизной конфигурации с включенными профайлинговыми логами и автоматическим завершением приложения на последнем этапе, когда мы считаем, что приложение полностью запустилось. Эта сборка запускается 270 раз на специально выделенном под эту задачу устройстве. На данный момент у нас это iPhone 5s на iOS 9. И у вас, наверное, возникнет вопрос, откуда взялось это число 270. Ну, очевидно, что для уменьшения погрешности это число должно стремиться к бесконечности, но тогда каждый прогон будет занимать бесконечное время. Поэтому мы сделали 10 тысяч замеров и посчитали необходимое количество запусков по формуле определения объема выборки для нормального распределения с ошибкой около 10 миллисекунд. Из-за этого у нас на графике там все немножко так скачет из стороны в сторону. Кстати, если мы вернемся к графику, мы можем увидеть момент, когда мы переключились с 10 замеров на 270 замеров. Можете сказать, где он? Что? Да, это ступенька. Вот эта нижняя линия показывает минимальное время запуска из всех запусков. Соответственно, когда мы увеличили количество, минимальное стало меньше. И далее, когда мы сделали эти 270 запусков, мы обрабатываем данные по всем запускам, рассчитываем их статистические характеристики и затем сохраняем их в InfluxDB, и затем по ним строится график в Grafana. Конкретные примеры скриптов, как это все делается, вы можете потом посмотреть в моей статье. Там на самом деле ничего сложного. Там баш-скрипты буквально из 10 строк. И расскажу здесь только основные моменты, какие инструменты мы для этого использовали. Как вы все знаете, iOS — это закрытая система, поэтому для автоматизации таких задач, как автоматическая установка, автозапуск, получение результатов работы с устройства, есть на самом деле два варианта. Мы либо можем работать с недокументированным USB протоколом, который сама Apple использует в своих приложениях, либо мы можем просто поставить jailbreak и, как белые люди, ходить на устройство по SSH и запускать приложение выполнением одной команды. Мы, конечно же, остановились на последнем варианте, потому что он намного проще, надежнее и гибче. Нам не нужно привязывать тестовый телефон к конкретному слоеву, подключать по USB. Телефон просто лежит на столе одного из разработчиков, и с любого из слоевов Jenkins мы можем запускать на нем измерения. Ну или если разработчику потребуется что-то запустить, он просто берет и запускает. Подводные камни такого подхода, которые выявились после некоторого времени эксплуатации. Да, теперь мы можем видеть, что на каком-то этапе разработки скорость запуска увеличилась.
Но, к сожалению, не всегда момент скачка совпадает именно с тем коммитом, где ухудшение произошло. Это происходит из-за погрешности измерений и из-за различных внешних факторов. На устройстве в этот момент могло выполняться какой-то системный процесс или еще что-нибудь, про что мы пока не знаем. Даже если мы определили коммит, в котором произошло ухудшение, то чтобы его исправить, это не так просто. Все равно приходится проделывать какую-то исследовательскую работу в профайлере, проводить эксперименты сравнения и анализировать код. Конечно, хотелось бы иметь какую-то методику, позволяющую без особых усилий увидеть, в каких именно местах изменилось поведение в рантайме при влитии коммита. Что-то вроде гибрида Time Profiler и Diff. Но нам пока такой инструмент, к сожалению, неизвестен. И бывает и так, что производительность ухудшается из-за обновления какой-нибудь сторонней библиотеки. И здесь мы уже мало что можем сделать. Перечислю основные выводы, к которым мы пришли по итогам всей проделанной работы и которые я попытался донести в своем докладе. Мы должны замечать проблемы первыми, до того, как это сделают пользователи. Все аспекты оптимизации необходимо формализовать перед тем, как мы начинаем работать. Иначе мы можем оптимизировать не то, что на самом деле нужно оптимизировать, или думать, что мы что-то улучшили, хотя на самом деле улучшения не произошло. Тайм-профайлер — очень крутая вещь, но не всегда его достаточно, и нужно использовать и другие инструменты, как поставляемый плом, так и самописные, типа свизлинга, layouts, abuse. Ну и, естественно, контроль за производительностью приложения должен стать частью процесса Continuous Integration. В заключение расскажу о результатах проделанной работы с продуктовой точки зрения, а не с точки зрения разработчика. Сейчас будет видео, готовьтесь. Вот запуск приложения до и после изменений. Видео замедлено в 2 раза для наглядности. И мы видим, что стало лучше. Хотя и незначительно, но лучше. Еще раз. Сложно на самом деле посчитать цифру ускорения, которую мы достигли по итогам всех работ, так как работы растянулись на продолжительный срок, параллельно вливались другие, не связанные с этим задачи. И к тому же методика измерения вырабатывалась по мере того, как мы это все делали. Поэтому исходных цифр нет. Но приблизительное сравнение до и после показывает, что примерно на 30% нам удалось сократить время запуска. Есть еще вот такая красивая статистика от наших аналитиков, которая показывает, что количество пользователей, у которых запуск произошел менее чем за 2 секунды, увеличилось в 10 раз за это время. Может показаться не совсем очевидным, как это увеличилось в 10 раз, если улучшили всего на треть. Но если мы посчитаем среднее, взвешенное среднее по всем группам пользователей, то тоже получится примерно улучшение на 40%, что совпадает с данными Time Profiler. Ну и самые важные показатели для мобильных разработчиков, retention и удовлетворенность пользователей, тоже немного улучшились. Вот показатели ретеншена и негативные отзывы в сторе. Хотя и сложно делать выводы из таких незначительных колебаний, но нам кажется, что работа по ускорению тоже внесла в это вклад.
Все, о чем я не успел рассказать в сегодняшнем докладе, вы можете посмотреть в моей статье на эту тему. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, буду рад на них ответить. Добрый день, спасибо за доклад. Вы сказали, что кроме технических доработок есть еще некие визуальные или такие субъективные моменты. Можете вы в двух словах еще о них рассказать? Ну, спасибо. Его видно прямо вот на этом видео, которое я показывал. Если раньше мы отображали заставку с логотипом Mail.ru на старте, то сейчас мы показываем некие очертания пользовательского интерфейса, и за счет этого кажется, что все запускается немного быстрее. Это такой основной момент. Ну, возможно, но это не все. Здравствуйте, спасибо за доклад. А вот вы говорите, что у вас не существует или вы не знаете методик по связыванию. Вот где вот этот график красивый на черном фоне из графана был? Сейчас найду. По связыванию изменений в скорости запуска и каких-то коммитов в коде. А вообще вы используете, немножко какой-то сторонний вопрос, используете ли вы какие-то статические анализаторы и, например, там такие вещи, как SonarQube, как агрегаторы статических метрик кода? Потому что, мне кажется, это как раз тот инструмент, который, если вот эту штуку к нему как-то в виде плагина привязать, вот эти данные, то можно было бы напрямую связывать с изменениями в коде. Mm-hmm. Спасибо за вопрос, очень интересный. Ну, из статического анализа мы только прогоняем стандартный статический анализатор на каждую итерацию. Вот про этот инструмент, про который вы говорили, я не слышал раньше. Спасибо, посмотрю на него. Спасибо за доклад. Хотел узнать вот стоимость вот этой оптимизации. То есть всегда важна стоимость в разработке, да, сколько это заняло человеческих ресурсов. И, собственно, непонятно вот числовой показатель, то есть насколько, ну, насколько вы сказали, 30%, а вот для пользователя, сколько пользователь теперь стал ждать загрузки? Ну, примерно. Я понял вопрос. Ну, с точки зрения человеческих ресурсов, это заняло примерно 2 месяца у 1,5 разработчиков. Вот так вот. Так, и насчет второго вопроса. Ну, вот данные аналитики, они очень хорошо это все показывают. Вот эти вот. Тут видно, как изменилось количество пользователей, у которых скорость запуск приложения занимает то или иное время. То есть сейчас у большинства пользователей это менее чем за 2 секунды происходит. Спасибо за доклад. Я хотел спросить просто такой интересный вопрос. Вы говорите, что запускаете 270 раз тест, и это запускается на каждый коммит. А сколько это по времени занимает примерно все это тестирование, это 270 запусков? Ну, один запуск вместе с накладными расходами на забор данных занимает примерно 4-5 секунд. Соответственно, вы можете умножить 5 секунд на 270. Ну да, это будет. По-моему, там что-то около полчаса получается. Ага. И просто в очереди копится, да? Или у вас есть несколько девайсов, которые параллельно? Ну, имею в виду, если вы там... У нас несколько слоевов, которые используются в основном для прогона UI-тестов. И да, иногда возникает очередь. Ну, вот так. Спасибо. Вопросы есть еще? Тогда, в принципе, можем заканчивать, наверное. Всем спасибо.